Sonic Boom. Будут гонки. Быстрее, пока мы не поняли, что прыгать с парашютом над вулканом — плохая идея. Ну вот. Да, вот что значит спешка. Использую новый превращатель. Это портал в параллельный мир людей и гаек, да? Не совсем. Он применяет 3D-моделирование для создания разных предметов. Ясно, почему ты не назвал ее машина для похищения гаек из параллельного мира. Тейлз, ты ведь можешь создать что угодно, не только крошечные гайки. Ты права! Да! Ты не умеешь веселиться. Можно создать что-то крутое, машину-печь для пиццы или даже гигантский болт. Машина и печь для пиццы требуют устройства побольше, а у меня его нет. Используй свое, чтобы построить большой препревращатель, большой-пребольшой перепревращатель большого превращателя. Ответ простой, но сложно произносимый. 20 тысяч заправок картриджей, и, наконец, все готово. Сделаем что-то крутое. Самый большой болт в мире. Или печь для пиццы, или машину. Машина тоже неплохо. Со встроенной печью для пиццы. Если уж строить машину, то многофункциональную. Функции, шмункции. Она должна быть монстром. С гигантскими крушащими асфальт колесами. И кто-то упоминал печь для пиццы. А? Нужно что-то модное, привлекающее внимание. И начиненная мощным оружием. Она должна быть закамуфлирована. Алло, мы создаем машину. В первую очередь, она должна быть быстрой. А? Может, каждый сделает свою машину? В спидстере Соника важно одно. Это быстрейшая машина в мире. Еще бы, она моя. У Соника скорость, но есть ли у него шины? Оптимальное транспортное средство готово ко всему, будь то ямы, внезапное наводнение или водители, не благодарящие, когда их пропускаешь. Мое авто идеально для современной девушки. Подходит для поездки на пляж с опущенным верхом и устранения всех, кто мешает проехать. У моей машины новейшие технологии невидимости. Ветки, листья, ну и все такое. Ого! Глядя на них вместе, начинаешь задумываться о том, насколько моя машина лучше ваших. Моя утрет нос любой из этих развалюх. И любопытно будет посмотреть. Моя лучше всех. Вот бы найти способ устроить соревнования между этими машинами. Или лучше сказать, гонку. Скажи, это сарказм или глупость? Я что-то перестала различать. Я тоже. Вы готовы? Готовы дать тебе отпор. 3, 2. Что тут происходит? Привет, мэр! На этой неделе мы построили машины, и сейчас хотим определить лучшую... Хотите устроить гонку на общественной трассе? Это должно быть официальное мероприятие. Нужно получить необходимое соглашение, заплатить безумные налоги, и гонки должны быть открыты для всех жителей. Не все, что здесь происходит, касается вас пятерых. Правда? А похоже. Ладно, получим разрешение. Надеюсь, это будет быстро. Это был долгий и трудный 8-месячный процесс, но разрешения выданы. День гонки наконец настал. Мероприятие привлекло таких тяжеловесов, как местный герой Йос Саник, какой-то клоун с почты и некомпетентный стажер Бейн. Ай, как жаль. Они все так старались, и всем придется глотать мою пыль. Лично я буду глотать победное мороженое со своими любимыми вкусами. Ваниль, французская ваниль, ванильный стручок, чеснок. Погоди секундочку, Эггмен. Ты не можешь соревноваться в Эггмобиле. Это автогонка, нужны колеса. Арбат, Кьюбат! Когда мэр опустит флаг, водители рванут к машинам, заведут их, и гонка начнется. Кроме этого, никаких правил. Правда, никаких? Это опасно. И старт! Соник идет! Среди других неудивительных новостей, трава зеленая, зимой холодно, а моей жене достанется дом на пляже. Все кажется так близко. В чем дело, Баркер? Отстаешь? Для меня это честь быть с вами сегодня.
как тебе мой шлейф? Хуже, чем эта пицца из моей встроенной печи для пиццы. С дороги, крошка! Знаешь, Стикс, камуфляж лишен смысла, если ты кричишь на всю деревню. Ненавижу пробки! Может, стоило отдать чуть скорости в пользу управления. С другой стороны... Отлично, Наклз на хвосте, но ненадолго. Я знал, что колеса на крыше — блестящая идея. Как он меня обогнал? Спасибо, Дэйв, ты помог. Эй, я этого не заказывал. Теперь понимаю, как чувствуют себя наши клиенты. У меня идеальный аксессуар для твоей машины. Это будет взрыв! Теперь выпускаем шасси. Никому не кажется странным, что лис может летать, а птице нужен реактивный рюкзак. Не такой быстрый на поворотах, а, Соник? Похоже, Соник выбывает. Как жаль, печаль. Преодолеем победы. Ура! Похоже, мы отнеслись к гонке слишком серьезно. Теперь никто не победит. Зная Эггмана, он будет ликовать, прежде чем пересечь финишную черту. Если починим твою машину, у тебя есть шанс. Но нужно несколько деталей. Есть! Еще! Ну вот! И Эггман совершает преждевременное победное шествие. А почему бы и нет? Он уверен в победе, отбросив малейший шанс на справедливость. Нельзя побеждать Соника на голодный желудок. Смотрите, движущийся куст. Эй, секундочку! Похоже, победа еще не предрешена. Или нет, смотря как вам знакома структура повествования. Весь этот хлам утяжеляет твою машину. Все-таки я молодец, не зря праздновал. Соник,
Спасибо зрителям и участникам. Это была лучшая гонка, что я видел. Каждый, кто старается, победитель? Что это? Ну, это же просто призы за участие. Читай, плачь, Соник. Здесь сказано, я тоже победитель. Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть».